Контроля у нас мало. Да и какого-то ПЛа тоже можно бы тоже ПЛ, банк. но ПЛ-то ладно у нас этот. Вот мне Гулю не нравится. Да, может, Стилер забанить. Гулю или забанил, самим но взять. Там у них есть Урса. Я бы ему Урсу тоже, блядь, Урса заеби Про заходит. Стилера можно самим взять, ему по сути нихуя не сделают с Метеорхаммера, со станов и прочего. И он сможет быстро кого-то съесть. Кого возьмут? Бля, вообще тут антимага бы на самом деле взял, бля, так охуенно играть. Денег не хватит. Они быстро будут играть. Да, ну на имя тут такая какая сказка играть. Да. Соли будет. Так, давайте соли. Кого в бан, блядь? Забань Свена. Свена забань. Свен тут может. Он хуйня. Нахуй Свен? Нет, Свен ничего не делает. Бля, Гуля либо Урса, блядь, быстрее думайте. У вас еще полторы минуты. Слушайте, давайте сами возьмем Гулю либо Урсу, только одного из них забаним. Может да, быть Урсу, тогда. Давай Урсу возьмем, да Урсу возьмем, в натуре Урсу возьмем. Давай Урсу возьмем. Бань Гулю. Еще они Урсу банят. Если ничего не делает, потому что инрейдж. Санкинг врывается инрейдж. Барри врывается инрейдж. То есть втроем ничего не делают. Мне будет неприятно в эту игру играть на Тинкере тут. Прям ВС бар, ВС ОД, да, мне тут плохо. Блять, будет стоять у тебя этот ШД рядом, бля. Будет ТПКЦ. Слышишь, на блядь, ШД? Блять, Тинкер, он, блядь, в лес уйдет, он шестой ему. Блять, ему же вообще дохуя не надо. Ну, блин, собрать и все, бегать по карте я надо. Все, ему не надо лес долбить на Тинкере. Я на Тинкере играю больше, чем ты. Я знаю лучше этого героя, я знаю. Вот ты говоришь, это... лес подолбить будешь, ты говоришь. Нахуя он лес долбить? Ему дагер нужен и все. Я тебе объясняю, чтобы этот дагер выфармить, тебе нужно линию нормально отстоять. Тебе нужен стаки на иншах. Тинкер не может нормально фармить. Он мне фармит. Обязательно ему стаки нужны. Ему нужны стаки. Не обязательно стаки. Ему нужны стаки. Либо он на киллах разгоняется. Да, будут стаки. Расслабьтесь. Ты их делаешь, да? Все. Да, я тебе про это говорю. Да, без проблем. Тинкер очень сильно зависит от лейнапа. Да хуя от чего зависит? Блять, если они ПЛ возьмут, будет прикольно. Сейчас какой-нибудь лондруид залетает, киберкотлетный. ИП это жестко будет. На аутубу убить нечем. Ну будет. Тинкера хейтят. Давайте в следующий раз вообще Арквардена берем ебаным ферст пиком. Ну и только баним не сало первым, а, блядь, по дота этому. Бой, по Авервульфу. Так я тебе Арквардена первым пиком возьму, если он сразу в бан пошел. Не-не-не, я просто, если возможность будет. Сандрак, возьми, пожалуйста, разную линию. Что, опять поехали в смоках, выходим. Купите смок кто-нибудь, пожалуйста. Я сентри купил на эти деньги, чтобы заблочить им спот. Меня снимаешь. Versus. Подпивасники. Позор, позорный счет. Зачем меня показали? Разбиваем смока здесь. Здесь, здесь. Идем вот так. Нахуя отсюда? Разница. Я тебе говорю, вот так вот выйти. Давай, давай, давай. Ага. Че мне скачнуть? Второй или первый? Второй же, да? Стан? Питу, да. Ну, второй. Ну, блядь, с питой мне потом заебись стоять, конечно. Хуёво стоять будет. Не, посмотрим. Но у нас контроля вообще нет, поэтому... Либо так, либо нету, хуёво. Тебе нужно питу дать, а мне первый скилл, чтобы замедлить. И всё. А, смок? Далее. У нас нет смока. Никто не купил, понимаю. Блядь, я говорю, я купил, блядь, вард, возьмите смок, сука. Ладно, пошли без смока. У тебя же было шада, у тебя же бабки были. Я не услышал тупо. Пошли без смока, мы вообще не смогли. Уже продай, нахуй он тебе уже не нужен. Пусть будет, пусть тикает следующий. Ну, Тинкер вперед пошел. Там три штуки. Да, Тинкер, подожди тогда. Да, я пойду, либо этот.
с питом. Ну, на пите, на пите, на пите. Вот. Ну, он отпрыгнет. Съебались. Да, зачем? Надо было, что пит просто сюда зашел, вы зачем-то туда побежали. Ладно, заберите руну здесь, на харде. Я возьму, бегите. Тебе вард поставь, а не, иди нахуй. Смотрю, можешь воткнуть, здесь вард стоит. Понимаю. Не успел. Малыш. Окупился, окупился, ладно. Ебать, мы что, 3 забрали, заебись. Прикинь, даже без ФБ. У нас бара. Омник 5, значит у нас бара с Сенкингом. Господи, омник. У бары смог был, они разбили, или бы он вард поставил, пидорас. Мне вард летит. Ебись от моего курьера, блядь, пёс. Давай, подерись со мной. Ой, мразь. Простите, простите. Я не хотел у вас деньги отбирать. Не убьём, не убьём, не убьём. Ты сука. Вообще убили бы, мне как раз откатывалась эта хуета. Под тауэр лезть не было никакого. Да нет, там просто пару тычек бы и все. Ну ладно, ладно, хуй с ним, все, хуй с ним. Тоже мне неплохо. Я фласку съем, да? Да, ешь. Сапогом можно ебать. А, он сдох. Да, он сдох. Первый сдох. Сдох, наверное. Нет, не сдох. Сука, тычки, прикинь, хватило. Да я видел, блядь. Сейчас я тебе танку сдам. Блядь, жирный пиздец. Чекло ему не хватает. Пидарасы. Ну, Фейрик засейвил мужика. Есть фаска? Да. Стати сделал и нож, да, сейчас, прям сейчас, прям сейчас. Давай. Подождешь фласку теперь. Подиди. А, стакаешь. Да. Главное ещё. Бара СС. Тибербуллинг. У меня, блять, варда дальше нет. Ну ладно, хуй с ним. Я тебе тангус сейчас дам. Я опять отхожу. Блять, у меня брейсер собрался. Чего, блять? У меня залагала паузу, можно? Они отжали сразу же. Блять, охуя... Блять, обожаю нахуй доту, сука, с ее багами, но это пиздец, блять. Ёб твою мать. Они отжали паузу, что ли? Да, сразу же. А-а-а. Уёбки, блядь. За это наказывать надо. Да, ещё и Урсу, блядь. Охуенно. Ну, блядь. А... Пиздец. Знаешь, там босик? С
Сука, я не знаю, как, блядь, эту ебаную проблему фиксить, но это же пиздец, блядь. У меня интернет есть на компе, почему я выхожу из доты, блядь? Yes. Ну вот и все, выебано, блядь. Я когда сдохну, еще раз перезайду, не ставьте паузу. У меня вообще-то фразочки не работают, это надо исправлять. О, нет! Бара нету. Сейчас прибежит, можно убивать. Смотря на кого из нас он прибежит, блядь. Пидарара. Да, он скажет. Дракон бежит. Поставил сюда. Хорошо, все хорошо. На стоп успей. Он типа самый умный нахуй, что ли? Замедлю, замедлю. Next, 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 next. Отлично. Да? Дай мой босс? Да, конечно, я купил дохуя же. Много даже как-то. Ну, я там того, типа, заберу. Все. Несу, несу. Угу. Книгу я тоже забрал, кстати, если доживу. Ну, это, конечно, ты прикольно придумал. Да. Мне очень нужен для нас. Я понимаю. Но я по игре буду вообще бомж. Чтоб понимали. Да мы привыкли. Сапог линза, в принципе, все. Тебе больше ничего не надо в этой игре. Ну там блиммер можно поставить. Ну это уже при желании. Убьем? А, вижену нету. Well. Давай, бежишь, побей. Бежишь, да? Стаки спалены. Ребят, 7 левел у меня будет, я иду их забирать. Растартом вижу. Сука. Он позволяет, он прям нагло идет. Но я иду как бы за ним. А, я думал, ты не добьешь, ну извиняй. Там страшно, дай тангус, пожалуйста. Угу. Да блять. Он опять без ТП отдыхает. Взорвешь? Взорвал. А, ну да, выбей все. Там еще хоста. Все, покупай стол. Есть тюрхаммер? Когда будет удалить тюрхаммер, скажите, пожалуйста. Ну, про стаки он теперь знает. Отойду. Хорошо, вижен там поставь только. Я переподключаюсь, нет. Паузу не ставить. У меня тюрхаммер появился, наверное. Скорее всего, забанены стаки теперь. Ну, вполне вероятно. Да. Ну тебе все, отходи тогда, стой где-то тут, я не знаю. Я иду, у меня два центря, можем попробовать СК. Но у него есть ульт. Сместитесь, слышно, Саня, сместись. Куда, Саня? Блядь? Тут желтый, его зажало! Надо кнопку дать срочно. Тут вижен стоит. Да. На меня ж бара прибежал. Куда он там поставил эту хуйню? Алло, народ, нужна помощь. Ребят, на тройку нам надо подлететь. Еще один. А, и шмотки сейчас ворвали. Алло, парни, а можно help? Любой, ну, пожалуйста. Ну, у меня нету, блядь. Ворофлите, почему у нас петлорд не идет? Почему поебали? У нас... Охуеть! Мы вам кричим уже сколько? 2-3 минуты? Пойдите на тройку, мы уже бару успеть убили. Здесь просто пацаны тусятся. Алло, вот что это? Есть Виш, информация? Поебали, есть информация, почему нет тиммейтов? Я тебе пингую. Не, это просто шок. Это заруинило сейчас полугри мне.
Где-то здесь, я не знаю. Да, я сейчас буду искать. Ну там один сентряк все. Ну они за это умерли, конечно, но они поднялись очень много, меня убили. Ладно, не надо, не надо, не надо. Я еблан. Да сколько шмоток они понапиздили? Не, они забрали 3 шмотки. Неприятно, но не критично. Тебе выпал, Ферик. Вот ты меня сейчас опять на хосте сейчас побежит, наверное. Да. Я за концерт. Денег на вард нету. Появились. Тупо? Я не успеваю тупо. А, тут уже и баро. Нет, ТП нету. Ебать. Ебать. Блин, быстрый. Стас, назад. Да, я вижу. Бля, там не, слишком... не. А есть yes. что-нибудь да, цепить быстрее? Просто вижу, но нету. Да, сфарми, блядь, не бегай. Сделаешь себе диффуза что-нибудь и давай. Смысла нету. Я так и просто Сункинг, блядь, фрифармит, мне это нахуй не нравится. Мне нравится то, что все мои статьи забрали. Бывает. А, ну и все. У меня часы бывают опять. Ёпти, боже, блядь. Ой, я иду. Украинский разведка. Там омник бежит. Пидор. Я иду. Сибать. Сучары. Турны ебаные. Ты как прыгаешь? Ну понял. Ты как прыгнул-то? Ракета в иллюзию улетела, а не в него. Пиздец. Взял, прыгнул. На блинке. Зачем тут прыгаешь туда вообще? Может, я должен в этот момент был убить ВД? У них не было контроля, ну ВД, вернее, в тот момент еще не было. И теперь я должен был просто убивать всех. А получилось, как обычно. Что, помощь будет? Тупо нету. Хочет убирать просто этот мониторик. На ярочку, да? Это шо, что они делают? Ладно, я видел, кто там стаки делал. Ну пока только два, сейчас подожди, третий будет. Окей. Санкинга сможем осилить как-нибудь? Просто, блядь, с фризами бегает. Украинская разведка. Все, мертв. Один был тоже в свинью превратиться и, короче, за ним погоня, ебать. Вартыкнул, будет ломать. Чего?
Да, я его вижу. Да. Бабаша подряд, ебать. Здоровый человек. Вообще красиво, нормально, блядь. Мне кажется. Вот это нормально. Трах-трахин. Хорошо. Скорее всего. Но это не точно. ВСК бежит к АПК. А скал ловите? Дать? Понимаешь, я лечу. Что за хуйня? У меня нет кнопок, даже вижу на СК. Стоп. Откуда такое замедление? Это уже было не это... Бля, я долбоёб. Сказать есть чё? Ну, короче, все это время был Space не меня, а был Space в Руси. И этого за тупость, за тупость, за тупость, давай, давай. Хорош. На Турса ебет. Можешь его на момчик, а. Надо будет потом как-нибудь тут сосать. А я бы забрал этих крипов. Если ей нравятся мужчины. Ставьте. Да, потом. Там мидичка, пачка классная. Я показал сейчас. Не один там. Ты стаки забираешь? А, ну да. Да, 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 да. Там стакнуть успеешь? Да, да, да. У нас ШД просто на стаках всю игру стоит. Ну. Блять, испугался, кабар. Войт 11 уровень, джавелин. С момом. О, философский. У меня при этом села моя курилка, и мне нужно заправить ее. А что-то файтов не намечается, да? Там по ДДшке. Ну вот есть только ОД какой-нибудь. Давайте, давайте, давайте. Блядь, я не знаю, что с вами. У меня ТП нету, да? Наверх. Смог разбили. Дальше лезем? Лезем, лезем. Во все дыры. А есть вижен? ОД, ОД, ОД там. Где, где, где? Здесь был. Он съебался, забейте. Блять, я случайно пачку тангусов купил? Ну заебись, кого-нибудь похилю, значит. Не, нормальный файт. Убить лорда урона с руки, бля, только сейчас заметил, нахуй. Давайте с пушем заберем тройку, помогите, пожалуйста, варды поставить, не уходите. Давайте Ротама сейчас заберем, нет нихуя вообще, да? Нет, три героя. У меня КД. Вижен. Они два обсерва поставили вместо обсерва с интро, я еще такой кэш, блядь, получил.
пиздецовый просто. Ой, блядь! Помочь надо. Да похуй. А какого хуя? Я в другую сторону нажал кнопку эту ебаную. У меня КД. Угу. Бля, я даже ульту не успел постелить, ёбаный в рот, ну ладно. Бля, я же БКБ хотел сделать, я не знаю, почему я не сделал БКБ. Зачем мы лезем? Фармитика, мы слишком далеко, надо было просто рошу забрать, я бы просто стоял и все. Если б я не нажал криво кнопку одну, точнее отменил бы ее, я думал, что я не успел ее нажать, а он после астрала дал ее. Стаки взбушевались, блять, меня лупить начали. Я понял, сейчас прилечу за формулу. Да я не тройка, я вот эту. Да не важно, все равно за формулу. Какая разница, где они? Если Урса их, конечно, оставит. Вамбрейс, блять, возьмите вамбрейс. Охуенная же тема, отвечаю я. На Урсе забери, это лучшая квилла. Сейчас квилла получше будет, тригенман на семи зависимый. Пусть петлот возьмёт. Блядь, я лучше кларетки будете найти. Вообще не убьёт. Друзья. Этот вампресс на сопротивление магии. Там же сила. Давай. Чего ты? Аня. Пять. Пять крипов до хуя. Режут. А можно мне оставить там 4 скрипов? На полшишечки. Охуеть, а чё не за километр, блядь? Mm. У нас мид падает, надо дефть. Мид надо дефть. Есть телепорт от Питлорда? Ничего казал, нету. Ладно, у нас чё мид упал. Нехорош. А вот теперь плохо будет. Лови дебила. Ой, я дебил. Sticky fingers, жми. Сука, ааа, блядь. Трахин. Блядь, так не хотелось умирать, пиздец. Какой стрик отдал? Да я не успел. Я не успел засейвить. Да я знаю, что ты не успевал там, купил. Бля, можем рошу забрать, быстро. Можно, но я 50 секунд. Да я сам могу забрать. Как? Какого хер на 50 секунд Урсу закинул, даже больше, ебать. Так она бегает со стриком там стрик сколько. Стрик огромный был. Стрик пиздец. Ну они сейчас по-тупому все в меня слили, а Тингер просто раскидал. Да. Так они будут дальше продолжать, но они все будут умирать постоянно. У меня 18-й, уже другая дота начинается. Я уже ловить все тяжелее и тяжелее, третий реарм, пиздец. Ой, блядь. Хочу взять БКБ и пойти забрать Рошана, уж без БКБ, блядь, убирать там... Беги. Беги, дорогая, беги. Беги ради мамы и папы. Похилься. Я тебе хилку дал, петло. Заберешь или я сам? Я бы забрал, да. Пачек. Съешь тангуз, зачем я тебе дал его? Да, мне перекладывать пиздец как лень. Давай ёбнем. Пойдем рошу, Стас. Да, я стаки доберу чуть-чуть. Буквально 5 секунд, как раз не долетит БКБ. Ладно, пока мид пофармлю. Помогай. Бара бежит наверх, вот здесь вот. О, Арканурну подбери, пожалуйста. Я беру. Кстати, тинкер просто. Это что? Блять. Я думал, ты мне говоришь подобрать Аркан Руну просто тинкер. Да забей его, да забей он под пивом. Да, я под пивом, если что. Точнее, под джином.
Просто я тогда трезвый не смог выиграть, точнее, мы не смогли ту хуйню выиграть, поэтому я решил внести некоторые корректировки в свой план. И решил нахуяриться. Да. Ой, блядь! Блядь, заебись. Ну похуй, в пятерку купол. Не за мной. Они за мной все. А больше не был? А можно без больше сегодня? Что это за бред? Ну я тоже сдох, да? Да. Очень плохой файт был. Просто под БКБшкой и вышли. Да уйди, 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 умрешь, оставь его. Да. Ты зачем он пошел? Надо умника убивать, если пока умника не убьем, мы все будем так же дохнуть. Чел просто. Нам БКБшки нужны, и все. Мне БКБшка. Уж все. Слушайте, пожалуйста, чел. Раз у нас ШД умеет снимать, блять, ульту умника, просто говорите, с кого ее снимать, чтобы мы быстро его потом выключили кого-либо. И все. Ресейвить больше надо, они в Тингера пробежали. Надо СК убивать первым, значит, и все. Я выдал все, и Пурши Клинс. Надо после ульты тебе умника ультовать, еще после ульты умника. Вот умник ульт накинул, даешь. Ёб твою мать, я сейчас опять как еблан умру. То силы пива не помогают. Походу. Да не, просто заигрались. Почувствовали победу. Человек, главное, не как конвейер идти. Так, глоточек. Это здесь убьем, нихуя нету. Да, можно. А что это? Это труп. Да это же наш актер, блядь. Вы чё? О, блядь, муспит. Что за муспит, нахуй? Косточек сначала бежит. А теперь этих убивай. Блядь, я забачил себя. Блядь. Скаты подают. Убежал. Надо идти без барыча убивать, они 4 героя там. У меня смок есть. Блять. Вот это ты его нажал прям перед лицом. Я дефаю вверх, но я на хуйне прилечу. Блять, Дэта пыкнулся. Ебать я еблан, ну ладно. Сосать, блядь, пидорасина. Я думал, ты блинканул, что варды мне помочь уничтожить. Я что-то списал. Саня, хорош пиво пить. Песочек, блядь. Я выпил вообще по хуйне, чё ты, блядь, наезжаешь сразу. Я рофлю с тобой, с тебя просто. Слава богу. Бальки Вандерлорда, урона по руке. Окей. Чё, есть? Вижу на него. Вот без скролла. Я прилечу с достами. Ой, отлично! Ладно, похуй. Стоит этот куколт ебаный. Тупо меня бил. Го дальше, го дальше, го дальше, го дальше. Скажи я это. Отойди, отойди, там удар риснулся. И пожалуйста. А я не ухожу? Да. Ой, Войт тоже не уходит. Ой, хорошо. Пойдет. Я что-то забыл. Снесите Т2 на низу. Т2 на низу снесите. Я что-то забыл про Вайда совсем.
Если смоги у тебя. Так ты же за ним-то и бежал. Провода, провода. И про СК забыл. МСК с лотусом. Бля, там... Бучит песок, сука. Где они? Есть здесь. Ну, у меня досты есть. Давай, давай. Ну, вот тут кустика сидит. Сотку гарантирую. Нет, походу, вон там где-то вообще в самом. Не, Войт летит, ну, опять нагло. Можно какую-то помощь там? Отойдите нахуй, надо валить. Там пиздец меня пугает. Под стол рук, мать. Вот, сука, умрёшь, нет сегодня. Нет, заебей, да, охуеть, мы все живы, да вы гоните, блядь. Ну, урона, ну бей, блядь, башню, ну пожалуйста, нахуй грибов бью. Я не, блядь, у нас 100 урона, я 250 урона ношу, блядь. Ну, ты заебись там башню бьешь, охуенно у тебя урон, думал. Я пойду, блядь, у меня 100 урона, блядь, героям заебись, блядь. У тебя, блядь, урона, ты купи скуки нахуй, блядь. Купи урона, купи. Башню, урона, блядь. Я заберу. Андерлорд, давайте, блядь, у меня... Давай мне, давай, давай. Да, я сразу тебе отдам сейчас. Это два вот это, наверное, потому что все. Захвати, захвати, захвати. Захвати. Вот сюда, вот тут два стягивайте, пожалуйста, все. Ебать, у меня урона, я в ахуе. Шаман, можно я тебе... Ой, демон, можно я тебе смог дам? У меня места просто нету, блядь, кидай. Даже под глиммер. Сейчас шмотки... Лут прилетит. Ну не там, нахуя там-то драться, блядь? Ну ебать ты ему все ебало, знаешь. Уедем. Все, блядь. Почти. Все. КБ все развели, блядь, саппорты и вообще. Да. Без Урсевича просто трахают. Сука. Сука. На нахуй. Т3 забирайте, вы должны успевать, там нихуя нету. Да нихуя не успеем. Я умру. Мне надо либо на базу сходить. Урона нет, я бы, блядь, тебя побить даже не мог. Да ты два хотя бы снесем. Если в ботл зальешь меня ботлом, вообще будет четненько. Урса, покупай ботл, блядь, заебал. Да щай. Мечтал. Может, таур все-таки. Бегу, бегу. У него просто фобия, он не любит, блядь, бить башни, ему страшно. Да, да я уже понял это. Там на тройке опять стаки. Вот это ништяк. Конкретный ништяк. Да. Да? Ну это, блядь. Ты и был, когда надо. Четыре было. Если нет, то следующая. Через минуту. Ровно минуту я прошу. Скорее всего, это 50 минуту должен, блядь. Будь же он единственный максимальный тайминг прок. Вам не нужна эта хуйня? Я заберу тогда что? Какая? Да ну нахуй, ты гонишь, блядь. Сука. Ой, тебе пиздец там, да? У тебя БКБ есть? Я бегу. А, не, я уже не могу. Забей. Да. Все, все, давай, все, давай, я лечу. Я не улетел. Забей, это был такой. Все, уйдите, уйдите, уйдите. Давай, 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 дерись, блядь, неси, сука. Вот этого бей, он без ультимейта.
Баш. Сука. На блинке. Он пит всех сейчас раскидает сам. Не, забейте, у меня хекс не на той кнопке стоял, мой бэт. Не добили! Это просто пиздец! Ой, помощь, блядь! Бежит. Бежит, сука! Кидай сразу на ход! Сюда второй. Не туда, вот туда надо было. Там нереально, блядь. Да забейте, это моя вина, у меня хекс не на той кнопке стоял. Из-за этого я не смог сразу в вейда влететь. Шило есть. Че еще собрать-то, бля? Вот пайпушку бы собрать. Вот это вещь. Вот тут небольшой стак. Давайте, слушайте, давайте как-то, блядь, более скоординированно действовать. Идем, не идем. Просто, блядь. Порт просто уничтожает, как я, ебать. Они что делают? Они его так долго били, блядь. Да не, Пит там просто вслядывая. Я смотрю, как он хуярится с ним. Он сейчас пайп еще соберется. Вообще без этого. Посмотри, у него Тараска. Слышишь? Стой, подожди. Купи этот вард. Из этого, скажи мне. Тотемчик, который? Да. Тотем жесткая. Это он не с руки бьет, у него этот башик и эти. Там магический урон. Там три... Если нет. Я пайп соберу, он, блядь, больше даст. Если я вам отвечаю. Он на 30% уменьшает урон. 30%. Весь урон. А, весь урон? Да заебись. Весь. Он дешевый еще, нормально. Точно ли весь, блядь? Да. Потому что если бы я пайпу собрал... Хорошо, она бы забрала, это было бы... Да, весь урон, ебать! Очень да. Сильно. Бля, собрать... Оставь, я чё, зря туда лечу? Фарми, мне просто чуть осталось, я думал. Так, спасибо большое. Таз заберёшь? Хорошо, он встал уже. Да. Бля, я хотел забрать. Вайда ждут. Под ДДшкой. Отойди. Зачем? Там команды рядом нет. Все. Прыгай, уходи, прыгай. Тинкер. БКБ нету у... Спрячь. Я летаю. Урсу спрячь! Да не мог... Как я Урсу-то спрячу? Он в БКБ... Да, я понял. Ебать, я зафейл, да? Бля, это что за флайт там был? Вот это пиздец, тут никакого вижу. Я, ладно. Бля, я думал БКБ, я не хотел, чтобы... Я без байбека, поздравляю. Я тоже без байбека. Суть, ебать. Ребята, они катят, пиздец, если умника не убиваем, мы, блядь, проебем, он просто начинает. Я думал, разведу и да? Все, дальше пойдем. Ну там БКБ нет смысла. Пиздец, ебать. Ой, нихуя, БКБ кристаллиз, блядь, урона, ебать, вносит пиздец. Викинг нахуй и... Вот, да. Ну, то есть, я в пример. Что-то он не закрыл. Я у него БКБ, блядь. А, у него этот ж. Угу. Как побегали, блядь. Ты чё, не нажали? Да. Глиф? На это? А нахуй сейчас-то? Бля. Да, Рошу зато засевили. Заебок. Они наоборот плохо сделали. Заебок, заебись сделали. В плане этого. Они рошу. Он никсаки спалил. Беги, летим. Там, да сейчас стаки, там чуть 3 стака, блядь, 38 минуты. Я их заберу сейчас. Ну я сказал бы, не только 3. Я сейчас стакну, дайте 10 секунд. Ладно, блядь. Я случайно задел его. Пожалуйста, надо убить Рошана. Yes. Можно призмочку мне? Там нету... Не ступай. Походите сюда, пожалуйста, я умоляю, блядь. Демон, может ты возьмешь себе эту хуйню на минус 10% к перезарядке? Без проблем.
Не, я просто типа, ну, рекомендую к покупке. Эптар тоже заберу. А, красиво нахуй. Забрал, мужик. Мисклик. Смокануться надо в идеале. У меня просто слотов нет. Бара. Сука. Перекладывай. Сейчас, а, у демона один смок остался. Можем жать. Ой, телескопчик. Возьми телескоп на шеде. А, ну ладно. Окей. Yes. Что? А, ну, засейвите, пожалуйста, будет. Умника убил. Эх, саппорты опять поплатились своей жизнью. Давай, хакс. Нормально так засейвил. Все, не надо дальше, не дефьте. Дефа, иди лучше в мид. Просто обидно, если мы сейчас не заберем ни вышки, ни хуя с этого замеса. А мы и не сможем забрать. Идите, забирайте, алло. Че, мы сможем нас Аегис ебать? У тебя миллион урона с руки. Просто подойди, пожалуйста, сюда. У меня в файте жутко не хватает маны, просто жесть. Мангусы. Нолик. Идите ломайте алло, что? Почему вы леса бьете, блять? Не сломаю. Леса крипов не подбегает, здорово. Елло. Вот это наглость. Уебывай. Чистая медвежья наглость. Хекс, дай ему просто хекс. Хекс. Хекс, пекс. Хекс. Все, да, нахуй не побежали. Помогите. Никто уже не поможет. Может время байбек и дать пизды? Нет. Не вариант. Там уже все резнулись. Я не знаю кого, просто... Контроля миллиард. Сука, бля, охуенно форстафнулся. Дайте, блядь, два нахуй. Поэтому. Нет, нет, бая. 5000 хп нахуй. На, привет, блядь. У этого 4000. Да, без линзы хекс давать такой себе. Прикольно засейвился. Я дерево, идите нахуй. Да ладно, крипов, скинь мне, сейчас тебе скажу, бля. Через сколько? Через 15 секунд. Я просто не знаю, мне не хватает... Мне не хватает выживаемости, я не знаю. А не он дизель. Не, даже айонинск не спасает, потому что я стою в станах Вайда и стою в станах Бары. Типа, два стана, БКБ не контрит это. Дай ульту, похуй. Ебашь, чтоб крипы сдохли. Да. Все, сибись. Уязвимость, неуязвимость. Запомните в этой игре. Уху! Папочка ебаный, чё, сука. А, чё я думаю, бля, промахиваюсь. Юрий, я могу Вайда поймать прям сейчас. ХП, наверное, вот, бля, как тут пить. Если тик, ебать, такое делает. Ну, блядь.
Надо ловить. Осторожно, он может. Слушайте, у меня два варианта. У меня три варианта на Джакира. Кекс, Аганим и улучшенные транквилы. Кекс. Кстати, чё, да. Чё? Кстати, да. Аганим. Вот. Да, я так думаю. Пошли в мид, все просто бежим в мид, блядь, возьмите С3 нахуй, расставьте, блядь, в мехаграунде. Я так хочу, да, я уж купил все, что убивайте, блядь, там стукнись 100 секунд без БП. Возьми этот телескоп, чтобы аура была и у Тинкера. Не, я не буду брать его. Забери. Пожалуйста. Не, я не говорю на Тинкера, я говорю для Тинкера. Как универсал мне возьмите? Летит. Что взять, Стас? Вичбейн и снимай ультуомник и там всякую хуйню, блядь. Где этот Вичбейн, блядь? А, о. Кекс? Ну ладно, все, Стас, осторожно. Без БКБ, если что, на ломнике. Ой, на ломнике уже на этом, на УД. Что, да? А, нихуя. Да ебесь. Все, уходим, 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 Стас. Господи, ради... Стас. У них формально ничего нет. Блядь, как же ты заебал. Есть неуязвимость. Там сзади кресло. Давайте отойдем, просто отойти, давайте отойдем, просто отойдем. А чего отойти? У них кнопок в целом нету. У них нет кнопок. Вообще нет никаких. Кнопок, вообще никаких. Так у нас смит сломали, крипы все наверху, блядь, ВББК отдали, просто уйти, по-моему, может. Вот, зайти сюда, уходите. Охуеть, я даже, блядь, я нажал форстав, меня что, в нем, блядь, забашили, нахуй? Да. Пиздец, они за нами, за вами, они не летят, не летят. Пусть заходят сюда, не хотят? Уёбки, блядь, так нахуй. Бать, надо у меня обновить. Урона нахуй, я в ахуе. Надо обновить коктейль. Удачи сейчас. Не знаю, я пайпу хочу, не знаю, что это такое, блядь. Может, пиву купи, купи. А, шиву есть, блядь. Да, у меня магического да, нету. Слушай, а может, Эфернал Шрауд? Ты бы взял себе на Питлорда вместо пайпа, или ты уж купил все. Хоть раз купи. А, глип, купи, купи глипнер. Что купить? Глипнер. Уу, ебать, здесь стоят, здесь стоят. У меня два есть, у нас у всех. Они в смоках. Они в смоках, они в смоках, они в смоках. Стас, осторожно. Да, я вижу. Я знаю, где они стоят. Рола там нету, по идее. Здесь, скорее всего, варды поставили, я так думаю. Сейчас папочка придет, все порешает. Я вахуюсь на то, что они до сих пор не сняли, блядь, этот вард на респе. Я попробую поймать. Да. Здесь. Вижен надо, вижен, везде надо. И вот этот надо ванпост захватить, блядь. И вижены расставить, чтобы они вообще нахуй не выходили. Надо фастом вижен туда ставить. Мы без вижена на их территории деремся прямо сейчас. Это вообще бред. Да, отойди. Чуть. Давай, давай, я тут. Угу. Вот сюда можно куда-нибудь вардик такой, блять, охуеть. Сейчас, 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 я просто боюсь за свое очко. Бля, Стас, тебе аганим, наверное, надо, да?
Ты под эту хуйню под. Да, да, я знаю, совершенно. Просто подойди, пожалуйста. А, тут рефрешер, блядь. Сыр. Ну они тоже здесь. Горди, сыр, подойди, забери. Рефрешер. Оставь. Давай рефреш заберу. Там, да, я да, заберу. Стал, забери, не хочешь? Нет, у тебя, блядь, клона больше, я. В одну таргет и так, если начну кусать, не убегает особо. Бери этот рефреш. Рефрешер кому оставили? Можно Кира дать. Тебя гоним, ебашка. Я не успеваю кнопки прошу. Давай мне тогда джек. Сделай этот линзу. Шарт. Ой, этот. Ой, рефреш, блядь. И все нажали. А мы что, у них БКБ нету, у них БКБ нету. Если умника убьете. Я нажимаю байбек. Помоги, помоги! Лед, лед дай! Хорош! Зачем спрятал? Я случайно! Бля. Дальше. Конечно. Не сникер слова. Бом. Бля, ты прям пока бы нажал один. Заканчивает, просто заканчивает, просто заканчивает. Хоть они у меня столько влили. Help. Мочь. Ху! Как он поебался своим астралом, блядь. Меня убили, алло. Ну, нас всех убили. А это все, это походу ГГН. Вы зачем Ба. Подрались дальше? Да нет, Байб, мы с тебя бэкались. Нахуя. Я с чего, блядь? Меня. Ой, бля, мощно. Жми бай. Надо сыр, Стас, или ты не успеешь сыр нажать? Я такой мне сыр, блядь. А? Ну, какой сыр? Не знаю. Не-не, оставь себе. Какой-то бред, просто меня захиксил, ебаный ОД, блядь, ноль контроль, блядь. Эх, сыр некуда класть. Ну, кстати, можно было не бэкнуть, нахуй бэкнуть сейчас. А я не знаю, зачем вам, блядь. Возьмите сыр, нахуй, блядь, катится. Сидите просто на базе, не высовывайтесь. А он ему и не понадобился бы. Тоже под пивом? Там рефретчер ноутник сейчас будет. Это будет жестко. Надо умника убивать, блять. Он просто сейвит охуя. Не лезь, пожалуйста. Блять, опять залагало. Да ёб твою мать. Ходи, 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 блять. Рот выебу своего интернет-провайдера. У него бая нет. Так мы теперь это. Мы это не выиграем все. Походу. Но 40 секунд продержимся. Ох, ульту жми как-то, бля. Ульту все кнопки там. У них кроме вайда нет дэмэджа. Ой, это лес на 16 секунд до меня. У него есть глобал. Стас, не умирай. 6, Стас, 6, живи 6, просто. 6 секунд, 6 секунд. А, я сдох. Лед, 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 помоги! Бля, хуёвый лед.
Все, 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 дефольт. Не иди, не иди, не иди дальше. Не надо. Блять, он сейчас. Он здесь стоит. Да, вот тут. Сука. Бля. Какие же, блядь, противные, сука, герои Атомики, ебаный, блядь, хекс, сука. Не сделать, блядь, чем не собрать, нахуй. Сначала собери, пожалуйста. Блин, не собрать. Что собрать? На байбэк. Байбэк собери. Классно. Ладно. Курьер купит. Я тоже готов им сейчас купить. Это только вторая карта, держу в курсе. Водные типы. О, я в рот этих типов. Надо оттуда его лапать. Unreal что-то. У них почти... Да, надо умник убить и, блять, все. Понимаешь, что там миллиард подсейва, там умника сейва. Я понимаю, но говорю, блять, самое заебись было бы, блять, убить этого ебаного нахуй. Надо вижен, надо вижен поставить. Блять, у ШД уж тоже нет слотов, пиздец. У ШД есть. Давайте я два этих дам. Кого? Вот кого. Слушайте, одна минута, блядь, не будет тоже ждать, я думаю. Ну, вы визу-то у нас на территории поставьте, чтобы мы видели. Лес наш, а по сейчас на урсу просто... Я могу поставить только один центр. Да, бля, вот такой вард не надо было, блядь. Вот два варда вообще, я не знаю, ничего не видим теперь по карте. Кроме нашего тройки, нашей тройки. У нас еще есть обсерв. Один. Там скоро по радиусу прона будет. Куда вард въебать последний, говорите? Вот, вот, на выход какой-нибудь такой, блядь, прям вообще потный его. Поздно. Блядь, ну ладно, забей. Они все тут. Нормально, развеял, все дела, блядь, там. Просто съебываем нахуй отсюда. Хуели урона. Я не знаю, хоть эту хуйню собери, я не знаю. Она быстро развеется. Тебе бежит, Тинкер. Тебе бежит. Пока не лети никуда. Не выходи, оставь. Тебя бежит. Да. Пусть на меня. В этот момент может хекс там все дела может пройти, пока я танкую. Ты сзади, стой просто, ты даешь лед и все. Даю. Только рядом не стойте, пожалуйста. Не стой со мной, просто сзади. У меня первый скилл, бля, летит дальше, чем я не знаю, чем ракеты на Украину. Ну зачем ты так? Сильвер на баре. Муншард, хекс. Ебать, у меня 4 смока. Smoke weed every day. Every day. Все верно. Съебаться. Просто смотри, стоит черт. А он ТП дает. У вас смоки есть? Ой, да, выкупы есть вообще, нет? Пом, КД у меня. У меня есть. На Урсе КД минута. На Джекера КД минута одна. Просто у меня выбор либо Айон, либо выкуп. Бай. 100% бай — это игра, которую мы не должны проигрывать. Я не хочу. Мы сейчас, блядь, сидим нахуй. Это только вторая игра, если что. Бля, интересно. Ну оставь. Ну я же не по приколу их долблю, блядь. Рошан, алло, блядь. 11 минут. Что за нахуй?
Блядь, они в смоках могут. Бля, нам бы сам смоки в вард поставить бы, держать бы так. Ну, смоки-то знаете, есть. Понимаете, пойдемте, напад... пойдемте, пойдемте в смоках. Нападать надо. Ну, хуй знает. Сюда, вот сюда синтряк поставь, проверь. Ну ладно, забей уже, нападать, нападать надо нам. Да если что, еще три смока есть, вообще пофиг. Ну, варды надо отвардить, посмотреть, вижен у нас. Вообще у них где-то варды были, мы сейчас смоки нажали, они ждут нахуй. А вы че, ну один пошел фармить, блять. Охуеть. Второй пошел, блять, фармить. Третий вардовый, это охуенно сколько, ребят? Вот у них смоки нормальные. Да. Куда? Иди, нахуя, нахуя. ТП жми, блядь. Ща барочка куебет. Не, он не любит. На тинкере, не? Да, 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 да. Побежишь на баратрумы иногда, заебись. Стой, сзади, сзади, я сам буду эти сзади, просто сейф и все. Буду танковать. Бля, вот пайпы не хватает, я хуй его знает. В теории мне и будет. Что ты, как ты там оказался? Байбеком. Нормально, нормально. Да не дойду все равно. Не, просто как ты там оказался-то? Нейтралки выбивал. А? Важнее. Они в пятером, блядь, бегут вот так. У них потому что там вижу стоит. Книжка. К тебе идут. Сколько будет? В смоках. Да-да-да, вижу. Вы понимаете то, что они, блядь, просто у нас сейчас зайдут, сломают агрессивно? Но у нас есть все нормально. Help. Что, как нажать, блядь, на него? Почему не жмется, алло? Если он в астрале, ты хуй нажмешь. И я такой просто ресуюсь такой, бля, да, зарешал замес, нахуй. Там Рошан встал, вейда нету, Рошан встал, вейда нету. Давай. Точно встал. Выбейте нейтралки для начала, надо найти Рошана спрятать, ну хоть сейчас там пятерик, то обидеть, мы все без гадов. Я пойду нейтралки выбью, выйдите Рошана лупите. Пожалуйста, кольцо или дезолятор. Рошана, идите бейте. Бейте, блять, Рошана, я говорю, я выпью нейтралки, я на Рошане все равно бесполезный. На Эгис тоже беру, пожалуйста. Ой, Эгис, говорю. А, этот. Аганим. Серстоун. Меня захексили. Ебут! Забирай. Серстоун, скинь мне, Серстоун. Куда, Стас? Войд байбекнулся, Войд байбекнулся. А, не Void... бегом, бежать. Войд байбекнулся. Бежать. Да хуя убегу. Без байбека? Бегите все на базу. Там, блядь, тоже они все без бая. На Игис не пойдут. Сырстол мне скинь. Кто-нибудь, блядь! Да. Четыре героя можно, блядь? Пятого тира. Возьми этот себе миррор. Просто миррор пока возьми. И все, не въебывайся. Блядь, у меня руки дрожат, нахуй. Идите, я уже, блядь, в клумках начинаю кликать сало, блядь. Героиновый. Ну это тоже. На смоках. Вы понимаете то, что у нас нет глифа? У нас нет байбеков. У нас нет бая. Там нету купола. И омника нет. И ДД лежит. Может сдохнуть, как собаки сразу. У нас байбеков не... У них ни у кого байбеков, у нас никого байбеков. Это что за пот, блядь? Нахуй мне ботал.
ДД забрать. Они у нас. Я не побегу туда. Нет. Ну заебись, не пушат, а охуенчик. Амбер фрешер. На выйди огни. Они безумника, если в них напасть, то это не идея. Ну рефреш дать, дайте рефреш дам. Блять, даешь все два ульта, две эти хуйни. Хорошо. Да. Мне можете рефрешер дать, у меня мир появился. Ой, этот. Господи, кто, блять, а и он появился. Давай, давай, я тебя сейчас на базу выложу. Я сочу, блядь. Эпоха нет нигде, нахуй, не понял. А что, ты аккуратнее, тут они ходят. Да я туда не пойду. Я бы сейчас вообще, был бы я в пабе, я бы сейчас прыгнул в этого в воду. Я не шучу, я просто бы взял, блядь, и меня нахуй прыгнул бы убит. Сдох бы с рыбами. Линка летит. Осторожнее будь. Линка на ОД. Сейчас сыр надо? Нет, сыр, я сходу бэкбэков. Бэкбэков нет, глиф нет. У кого раньше такая цена? У меня 3-4. О, некра, я просто пушить. Отпушу лайна. Они на лайне, ой, они, блядь, в лавке тупо лежат, кому надо, юзайте. Пожалуйста, чего-нибудь выпить. Спут заблочил. Ты аккуратнее так иди. Там у них вижен стоял. Вон там вижен стоял. Тут вижен стоит. Уйди, тут уйди вижен. Нахуй на мусте, умоляю, блядь. Ура! Сейчас, блядь, все уже бара бежит. Фух. Очко сжалось. До размеров монеты. Блядь, здесь все... арт, если что. Да-да-да, я помню. Я в смоках был. Я сейчас удал на Егерсов. И, ой, блядь, да, Егерсов. Выложи из ранца книгу, она, по-моему, быстрее там удалнится. Ты... Надо это, надо, знаешь, что? Надо, блядь, надо смока про... Варт. Сниму, у меня дальность атаки высокая. У меня сыр, блядь. Что такое хочу, ботинки или ч? Что собрать, блядь? Что собрать? Успей поставь, пожалуйста. Лотус бы, охуенчик лотус. Или на промахе. Бля, вот это еще лучше. Да мы его только не ставь крипов, пожалуйста. Да я сам буду крипов. Дай мне фарму, демон. У меня вообще нету на байбека денег. Блять, что нам лорду надо будет 30-й сейчас апнуть, урона будет побольше у нас всех, блять. Вы понимаете то, что нам надо, блять, разбивать смоки, или они просто по две хроносферы зайдут и нас сломают. И там уже ни я, никто ничего не сделает. Ну, смоки на месте. Надо ловить на вот так. Вот это вот тоже, это... Тоже, ну, скажите, когда есть прожимать смок. Блять, меня видно было. Я не знаю. Надо смоки прожимать, идти драться. Потому что выбора просто нет, понимаете? Давайте я первый пойду. Ты давай у брони всем. А, вон они с спины. Нахуй. Блять. Мама нахуй. Ты меня отсосешь или нет? Ты можешь? Зачем? Я тебя отсосу. Хорошо, все, спасибо, сладкий. Есть байбеки? Вот, блять, если у них байбеков. У них байф тоже нету. У меня нет вижена. Ну ладно, хрен с ним. С этими достами, блять, не шли на хуй ломать, блять. Держи, сэр, быстро. Хавай быстро. А, я понял, спасибо, Паша. Крипов, пожалуйста, крипов. Бегут они.
Блять, он, я его не съел, сука, съем, бля, ух, съем. Стреб, стрежи, бля. Фортификейт прожимаем на крипов или нет? На наших, когда подойдут. Ну пиздец, парни, ёбаный в рот. Чё делаем, чё делаем? Хуй встал. О, это пот, пиздец. Ой, бля, пойду пасту. Заиграю, это чё, чё просто такого, даже игра чё. Игра, блядь. Ух, сразу не начинайте там последние, не знаю, последние минуты нажмёте. Слушайте, о чём они надо затянули? Надо курить сходить. Противники хуёвые попались. Выиграли, ещё проигрывать. Ебануться, не, это пиздец. Ну молодцы, нет, парни, собрались, всё. Не, в конце зарешал стан Жакира. Я успел дать хекс в этого Вейда, блять, и его мы дружно пиздили. Ну, я ультивейтик подкинул. Не, я просто увидел то, что я кликаю на Вейда, я смотрю, он нажимает рефрешер, и в него залетает стан. Там и в этот момент... Жрал, он не успел дать два. Я не видел, я просто видел, как мне ебало выходит. Я смотрю там, блять... На Иуле, блядь, Тинка летает над куполом. Все, я отошел на 2 минуты. Ой, пися встала, ой, пися встала. Ой, пися. Ать, у меня нахуй руки дрожат. Героиновый, блядь. Я, блядь, уже в конце нахуй шмотки не мог перекладывать, я, блядь. Я в конце игры просто купил, блядь, мом и дизолятор. У них трон, по-моему, вообще за 2 секунды рассыпался, нахуй. Да. Ебать, им обидно это проиграть. Нам бы точно так же было, если что. Я опять книжек съел за игру. Посмотрите на графики просто. Пики точёные. В натуре, блядь, там просто реально охуеть. Нет, такие игры мне очень нравятся. Пиздец, как попно. Там с графиками это пиздец, а сколько, 30 тысяч почти вели. Да, посмотри, блядь, на эти, это просто, блядь, эмоциональные качели, блядь. Анальные качели? Ну да. А чё, мне интересно, Паша, там, какое они место заняли? А, они попадали, они попали просто в полуфинал. Вторую игру проиграли за 29 минут. А чё у них там под пик вообще было? Блять, там такие нахуй импа выпадало, блять. Кольцо выпало, апекс выпало, блять. Шляпа пирата одну выпала, это же пиздец, ебать. Ну ладно, у нас мир ушил, типа тоже охуенно. Нет, Войд, ебать, конченый Войд у них, просто пизда. Мы когда выходили, типа, в нашу тройку, он поставил купол, нажимает рефрешер, я кидаю на него, блять, стан. Сука, он просто даун, блять. О, умника рефрешер. Они должны были последний файт выигрывать 100%, если бы Войд не попал в стан Джакира. Если бы там умника не съели. Я хочу, я, блядь. А я сделал за игру 33 стака. Это сколько? Где? 33 стака. Где варды? Ебать. Ебать, я въебал, блядь, на них. Ну у нас получилось 2 пятёрки из-за этого. Да. Все, погнали. Нажмите. Ух, поехали, блядь. Последняя игра. Я рюмочку за нашу победу сейчас ебашу. Бля, мне твои рюмочки, конечно. Ладно, так, за всех. За всех. Рандом. Тим рандом. Ну я помню, не зря же Тима называется подпивасники, как бы, да. Ну, тогда пил пей, ты коньяк. Ребята, Фуриона... Или чё там? Уважаю. Не, Фуриона в бан сразу, Фуриона в бан. Фуриона. Бля, Сауленс, Сайленсера надо. Фуриона не... Так, просто... они играли на Тинкере. Блядь, не бань Сала, умоляю, блядь. Подумаем. Да, блядь, не люблю Сала, всё, теперь играем. Арквардены нам пикай, просто сейчас Арквардены ебаного. Они играли на Тинкере, да, антимаге, да. Две игры сыграли с Арбузом. Сука.
Стоп, агра мне... Так, пятерку еще пикаем, да? Не, погодите, парни, погодите. Ну сейчас, да-да-да, после их двух пиков. Блять, эта игра должна быть, по идее, полегче, если нас за 20 не снесут. Ну да. Смотрите, рассказываю вам, что сейчас банить надо. Это надо банить обязательно инвокера. У них чел лютый задр вокера. Эйдуха, брюмастер, брюмастер. Бля, сейчас нам пикать надо, давай потом. Сейчас что будем пикать? Сапр, кого хочешь на ком? На пятерку? Да, да. Давай пятерку. Подумаем. Смотрите, могу на дизрапторе, могу на агре, могу на личе, могу на леоне. Могу на Астас. Идите на лана и коре поиграть, по-братски. На ком лучше тогда смотри, этот контроль нужен, саппорт, правильно? Саппорт. Могу агра. Ну, да, сильная пятерка просто, сильная пятерка. Ну Огр. Вот, пятерка, огр, который будет, огр, да, бить, пидить. Через Мидас. Да бери огра тогда, огр сильная пятерка. Хорошо, огр надо... через Мидас, всё. На ноуфлин, сильная линия тогда, пиздец. Мне уже настолько похуй против кого стоять, блять. Пидоры. Ну, вот, они нас подслушали. Могу лича, Леона, кристалл. Лич. Вот Леон. Да, Леон нравится, Стас? Лич, пизже. Лич. Лич. А чё пизже? Лич. Чем пизже? Лич, у него имбаланс. У него имбаланс на щит. Слишком сильно. Это пиздец. Может, не Леон, потом сильно. Просто плюс еще в том, если игра на 25-й затянется, на 25-й уровень, точнее, на лича, я могу здание. Или там бывает опять потная игра, фонтанчик по хилям. Брюмастер в бан, брюмастер в бан. Да, банду забанить, пожалуйста. Брюмастер. Брюмастер же не тот герой, вы будете иметь вообще как бы. Чё? Он лютый, блядь. Он... Они на нём играли сейчас? Они играют на нём. Ну, блядь, я сижу, у меня открыты их все профили, все герои, на ком они играют. Брюмастер лютая неубиваемая хуйня. С Акторином, Аганимом, блядь, и Радианцем ты его не убьёшь никогда в жизни. А ты не рефреш, ты, блядь. Заебешься там. Да. Он ломает, просто невозможно. Бля, почему героя Люкана нет? О, блядь, я вообще понять потому не что могу. Он долбоебский, его отсюда удалили. Вот там уже кого-то нет в Капитан Моде. О, все есть. Люкан есть? Ну просто покажите мне его вообще, вот сами нажмите, чтоб я этот... Его нет, а, охуеть, он тут есть? А где он? Есть. Где он? А у меня его на... А же Primal Beast есть, вы чё? Нет, Primal Beast нет. А, Primal Beast нету. Блять, я вот не могу на него нажать. А, Марси не нету и Primal Beast. Да. Вот ну ладно, нет. Он, наверное, сам убрал чел. Так, стойте, нет. Давайте кого баним? Они на арбузе сыграли две игры. Спирита, бань Спирита. Алло? Тайдхантера. Тайдхантера они две игры играли, да. Бля, я сам на эту хуйню сыграл, конечно. Если Тайдхантер против Лана на линче не делает, можно было и дать ему поиграть. Тут скажешь насчет скапить в кире. Ну у них два стана и так есть, блять, не хочется еще. Давай ЦК пикнем, если что, я в хард на ЦК пойду. И сейчас нет. Саппорта будем потом. Ну, ЦК кстати, и саппорта. Да. Хороший вариант. Давай ЦК? Я вообще иду, да? ЦК к кире отлично просто. Ага. Блять, это Макс. Давай я возьму ЦК и буду ходить пиздить. Ладно, давайте ЦК берем 3. Блять, ну ЦК, я не знаю. Блять, Андерлорд еще раз взять. Акс, Худвин, ЦК тяжело. Два Андерлорда тогда еще раз, чё? Может, подожди. Может, давайте четверку. Нет, ДК пассивку отключат. Давайте четверку, нет, зачем? ДК нет. Четверку возьмите сейчас. У нас два пика идет. Может, у нас два пика похуй. Я не понимаю, почему мы каждый раз, блять... Гримсток, баня, Гримсток, баня. Пикаем. Что вы скажете насчет кентавра? Да, не играл я на кентавре. Окей. Че, дазл пойдешь? Дазл 4. Хотя там, блять, ага. Там когда там Акс. Не, там Акс, там Акс. Можешь шедер? Че скажете насчет шедер? Он и прятаться может во время агро. А где этот, блять? Змейки, которые ставят. Давай змейки тебе поставим. Лучше Shadow Demon. Возьми Shadow Demon, блядь. Там Макс ебаный, это пиздец, слышь. Хороший герой. То он просто двоих закрывает, как минимум. Это сильный герой. Так, теперь. Чё ты... Может, также Питлорда взять, блядь, против тебя Огр. Какой-нибудь керри кто будет. Селёдка. ЦК в керри не стоит. Селёдка вапная.
Не сказал. Блять, ЦК, ЦК, ЦК. Нет, ЦК, если я в САПа нет, не тройки сыграю. Баланар. Не бери ЦК в тройку. Даунбрейкер. Тимбера, может Тимбера? Тимбер. Пассивку. Нет, Тимбер хуйня. Так скажи, на лимит брать умеешь. Ты меня играл сейчас. Бери Питлорда. Да, Анатолий, ладно, Питлорд. Хороший вариант. И ломай лица, блядь. Так, кого банить? Дегенерата. Слушайте, не торопитесь, баньте на последних секундах. Я просто сейчас поджигаю сигаретку и боюсь не успеть докурить. Я успею, чтобы, блядь, тебе ничего есть. Парни, решил вам сказать после двух игр, но вы на стриме. О, классно. А ссылочку... Целых ноль людей. А ссылочку... Скинь. А, давай в первом твоем подписчике. Давай. Спасибо, что союзником, нахуй. Блядь, да. Блядь, знаешь, мне кажется, зря ты сделал этот чат, если честно. Очень зря. По-моему, был какой-то баг, который позволял его чекнуть. Да вряд ли они, блядь, какие-то ебанутые бучат, да, блядь. Думать то, что в стриме ты знаешь. Короче, стрим с задержкой 5 минут, давай. Ну, 4 человека сейчас смотрят, смотри, 5 людей уже смотрят. Это я еще не смотрю, блядь. Я лайк поставил. Там два моих товарища просто смотрят все игры. Фанаты? Донатит? Ага. Фанаты? Донатит? Да они меня ждут такие, ну стрим хотя бы запусти. Так, чё там они думают, блин? Так. Пис. Так. Боник, Сикер, Боник. Я Боник, мне не нравится. Боник тут нихуя не сделал. У них ещё финт в пуле есть. Финт тоже есть. Бля, я пайпу сейчас делаю. Может, ты живот скрутила, бля, что за хуйня? Поставь ведро на всякий случай, блядь. Я тебе отвечаю. Да, чтоб ты на ведро сел, а не это. Куда ты ходил? У них сейчас рандомнит, что ли? Гулю или Урсу забанить? Гулю или Урсу забанить? Подожди. Поспешишь? Вот говорю, Боника будут банить. Боника. Это кор, это медовый боник. Сейчас кого банить? Урса? Гуля? Тас, ты сам на ком? Да ты налунаешься, играю тут фришный пока. Не хочешь на Урсе сам еще раз? Так, кстати, да. Это боник, сука. Пикнуть Урсу звучит классно. Нет, там и Джаггернаут звучит классно, да. А вот забань Джаггера? Угу. Да. Бигулю забанят тогда, блять, если Урсу не возьмете, сука. Лучше ЦК забанят, потому что нам... Кого? ЦК забанят для начала, лучше. Да, скажи, у нас один бан. Да, забанят тогда ЦК просто. Мне кажется, они еще финда возьмут, ну ладно, похуй. А зачем ЦК банить? Просто... Зачем ЦК банить? Напротив него тяжело играть, и он на линии очень сильно будет легко стоит. Ну ладно. Я бы... Тар взял бы, блядь, и разъебал, это как фришный пиздец. Да, блядь, как ты на Тар разъебешь, если там Акс и это хуета? Ты ебать, ты же видел, как та игра, мне до пизды ебать, кто, блядь, это... Это ладно. Мы контрпиков, это и пиздец. Урсу. Урса тоже неплохо звучит. Урса звучит охуенно. Да, можно было нам сами ЦК взять, просто и... Я не знаю, ЦК тут заебись, он еб... А нихуй ему похуй. Мой иллюзион не остается. А я, ну, думать надо. А вы не думаете, что эта дуза может у нас пик быть? Если я... Кстати, они медузу и возьмут. Они медузу и возьмут. Ладно, что пусть мешает, поехали. Что нам мешает там её взять? Пикаем, пик Урсу. Урсу через диффуза. А с чего будешь? Тас, давай. Ну они 100% медузу возьмут, я даже в этом не сомневаюсь, ну блять. Ну чё, мы против медузы играть, вопрос в этом. Почему они медузу возьмут, по-твоему?
Блять, они забанили Спейки и антимага. А, медуза. Извините. Железо. Может, мы сами возьмем медузу, а? Нет. Не-а. Нас Аркарна хочет фармить. Да. Аркарна будет забирать почти все, но медуза будет голая ходить. Нам надо такого, как Урса, который будет бежать и этот лупить, пока Аркарна фармит. Лёрик тоже фарм надо, Стас. Бери Урсу, бери Урсу. Все, Урса, времени мало. Бери Урсу, блядь, и пошел я резать, ебать. Честно, резать, класс, ебать. Ну я постараюсь, конечно, с медузкой там это. Вот, когтями своими. Некогда. Ебать. Поехали. Аркварна тут будет, наверное, отчасти прибыть. А нахуй они тогда ПЛ банили, блядь, Сантимару. Ебать, это легко, нахуй. Тут Аркварна будет отчасти прибыть, блядь. Они играют на героях, на которых они не играют, что, блядь? Ну, я тогда тоже на Shadow Demon'е. Ну, блядь. Shadow Demon особо, ты же понял, как играет, ты же там такие красивые пары мув ты дал. Да не, я, в принципе-то, понимаю концепцию всех героев. Да, то есть, вот, главное, у них пик вообще какой-то несбалансированный. Ну, а они пойдут давить. Пару слотов получат и пойдут давить. Главное понимать в доте то, что герои не могут прыгать. Этим они все одинаковые. А как же Зевс? Я про пробел. Как же Зевс? Забиндить на пробел. И все. Сука. Прыгай он, блядь, как Марио. Переиграл. Переиграл. Давай сюда и смоки. Ждем. Давайте опять же. Урсик. Опять смоков нет? Я куплю, пожалуй. Не-не-не, никаких... Только хэфан. У нас сильнее у нас. Никаких МГЛ, блять. ГЛ иногда слишком сильно решает. Бля, у меня нету этих. Бля, драйв. Блять, если мы это выиграем, я пойду. А ты че ушел? Давай пойдем, бля. Догонит. Че там? Ты куришь? Так, я стрим наверно кофу. Да не, потому что неудобно, я слышу по три раза. Разбиваю. Бля. Давай, лич там, кто первый? Все, погнали. Лич, ты со мной пойдешь или ты на этот? Я... Давай. При возможности оставьте меня и фрак. Я думаю, они то же самое придумали. Ну ждем, значит, ждем. Тут бегают. Я уверен. Давай, вард, тыкни сюда и пойдем фармить. Сейчас просто на Аркварден выходят пятером, блядь. От Аура. Это Минго был. У этого центря. Он ставить будет. Он не поставил уже. Ну заебись, развел на кнопки, похуй. Нихуя он банить стрит. Идет, он банить идет, он забанил крастак. Гений, пиздец. Можно смотри, сразу выйди напихать. О, тут пиздец бежит, шлюха. Да, ему первый. Не-не-не, извини, я проебланил чуть-чуть. Ща могу. Да все уже. А, ладно. Давай. Заебись. Три крипа просто заденайл. И вот ему бомбит у него. Первая минута, напоминаю. Задрот сразу видно. Чувствует. Ебать, ты там все нас... донаешь? Да, дай понюхать, блядь, человеку крипа. Ты видел у меня урона, блядь, плюс 10, у меня просто 80. Как бонником добивать урона? Нахуй он тут ходит. Я не знаю, почему огр ко мне не подходит, вообще не понимаю. Но я пошел заниматься тем, чем занимался всю прошлую игру. Не-не-не, зонь лучше его, боник не фармит. Да не, пусть мне стаки делает. Давай.
сделал. И сразу кинул. Ладно, пусть. Отходи. Да я выебал его. Убил. Влажно. Нижнюю руну забирать, нет? На нее просто можешь встать. Тогда пошел на линию. Хорош. Отъел, блядь, или что? Да, я куру уже это позвал. Спивол орешек, мавлит, отражает, пиздец. Ну скоро ты трахнешь его, орешек, блядь. Слушай, я отошел, потому что у меня, ну, вообще по ресурсам все крайне печально. Тебе что-то надо принести? Нет, ко мне уже кура вылетела. Так, у тебя есть танго. Надо пачку танго, значит, мне самому купить. Рус пошел, какие-то микролаги пошли. Блять, я что-то не смотрелся. Кабану позвонили, наверное, напрямую попросили. Да как у меня, блять, в той игре. Типа, отводить пошел, что? Угу, отводит. Не отводит. Не отводит? Блять, не добил. В мид? КД. Блять, я стики не нажал. Ёбаный хуй. Ебать, я долбоёб. Этого. А хули этот, блядь, за мной бегает, еблан. Хорош. Держи, тангусик, покушай. Ах, шукаю, еще поможу говном сейчас. Что это, огр? Да. Боник ушел. Боник ушел от меня. Он со мной вот так пробежал. Блядь, его. Боник пришел. Потому что он вообще крипов не бьет. Сейчас ко мне акция, наверное, придет, да? Чё, Стас, ТП сделаешь? Да подожди, блядь, а хули он здесь пришел? Может, ему здесь парень будет? А нужен даст, да? Я и варды даст. Несу. И даст. Варды и даст взял. Я все забываю, что дасты замедляют при применении, блядь. А, блядь, он сейчас, как прилетит дасты, он просто умрет. Я тебе гарантирую. Огр ТП. О, это еще легче стала линия. Как было сахар, тут пиздец. Сейчас счет. А, ты так сделал? Дай тангус, пожалуйста. Да, конечно. Кушай, сладкий. О, побегу. Мне еще сейчас. Если что, Акс может стаки забрать. Так что следите за Аксом, куда он пойдет, что делает. Я с туза зайду к ним, чтобы поставить варды. Огр может умереть прямо сейчас. Переиграно на скилле. Дайте секунду. Я ж сапогом, сынок. Оп, у тебя. Дашь тангусик? Ну я... Тангусик. Умер, да? А, и, блядь, я думал, ты сразу побежишь за ним, у меня просто... У меня мало, я поэтому ничего. Возьмешь фласку? Можешь? Чего? Нет, фласку. Не помогу. Сейчас. Фласку возьму. Давай тангусик. Тангусик. Хотя... Я лангард сделаю. Просто это говори сразу, уходить, не уходить, бля. Брать в рот, не брать в рот и прочее. Ща помажу. Ну, Бонька 5 левел только. Пацан убежал, страх. Куда столько? Терялся нахуй с линии, блядь. А Огр где, блядь? Бежит вот с базы на то. Ой, блядь, на крипа повесил, ебать, иди. Дашь тангусик? Просто по КД, бро, пожалуйста. Кушай, деточка, еще. Так, спасибо, ловой. Ну, сейчас мне масочка прилетит, мне нахуй не надо будет. Ну, блядь, хотя бы сапог, чтобы прилетел. Бля, вот эта хуйня, КД жаль. Главное не расслаблять очко перед такой сильной доминацией половой над ними. У меня белка прилетела.
драфтингу въебали. Я считаю. Он умер? Нет, он не умер. Блять. Дох, сука. Да. Да. Хорош. Мне билка надоела, она живет у меня. А, бей меня, бей, блять, дурачок. Выйдет вот сюда, умирает просто. Столько. Нет, забей, 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 забей. Лучше статьи не поделай. Помогар прилетел. Не-не-не, он что-то, блять, сыт. Бегает. Ладно, я ему чуть здесь интернет побью, вот этих. Может, чего-то. Отведи их сразу. А, хуй тебе. А, ну там. Проверяй. Ну все, он снова за танком стоит, пиздец, парень. Господи. Окей, друна как раз под этот. Под медасик. Ходим. А, некро ты подал, некро ты подал. Я съебался, извини уж, у меня нет ресурсов даже. Сны, помощь! Рунки? Хорош. Ладно, на базу бегу. Отменяй, 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 отменяй. Догоняет их. Не, ну хорошо идем, очень хорошо. Откуда у меня 3 фрага, блять? А, у Урсы даже 4, ебать. У Боника закуп жесткий. Будьте аккуратней. Там стики с розеткой и сапог. Ебать, я ему ебал этот. Ломаю так. Шутка какая-то. Я его сейчас приманю. Больно бьет на самом деле. Ну да, они вдвоем, блядь, больно бьют. Некро косо давал? Нет. 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 Ты ему стики будешь это только. Не надо. А? Нормально ставим. Так я с темноты кидаю. Они заряжают стики. Ой, дай сюда сразу, это вообще, бля, просто. Лучше мне. Спасибо. Блять. Ну забирай. Ее скорей. Ой, блядь. Хорош. Долбоёб, пиздец. Он же выживал, он уже выжил. Да, да. Фичку решил дать. Я, конечно, поржал с того, как чайник отлетел, у тебя прям хватило урона с руки. Пиздец конченые. Не, если мы это проиграем, блядь. Мы это не проиграем. Я оборожусь просто. Причем у всех, на всех линиях старт. Даже если не камбэк, отлично, но тут. Чем? Бля, не знаю. Типорда, да хуя. Мне тоже нормально. И чё это? Беги, бля. Блять, не успел. Ладно, ой, забей. Она хоть и развернулся. Я не разворачивался, там анимация просто была. Я из анимации не успел. Чё, варт сняли, мрази. Ну, я думал, просто мы его убьем. Ебать, он 10-й левел лапнул. Ну, Урса, опять все шоколадно. Урса мне начало сделал, это я и лейт выиграю. Вот и все. И говорится, вот и пообщались. Угу. Слушай, просто, ну, что вот он тут делает, скажите мне. Давай, слушай, проще, иди сюда. 4 уровня, блядь. И на Битворде. А, вот Таур сломал, я бать понял, ахуй.
Да, за стаки надо будет потом жестко драться. А, блядь, ну. Он завардил его просто весь мид. Не, этих я забрал, мелких. Не, я про завардил имею в виду. Да-да-да-да. Не-не, у меня нечем. У меня я просто, блядь, коплю на ебаные арканы. Не собрался. Радовался. А у них нет этих фразочек, потому что они дебилы. А некр неплох. Взял прям курьера. Можно мне как коня педального? Они ко мне стянулись, если что, ребят. Я на мид переключаюсь. Тебя не смущает, что у тебя ты уже Т2 стоишь херачишь? Да, да, нормально. Все в пределах нормы. Опа. Сам. Ну все, 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 всех стянул, всех стянул. На все кнопки разбил. Сам ничего не нажал, но ладно. Лич там слоты, один товар ломать, понимаешь, ебать. Сила, бля, мощная, нахуй. Помните, а он фуст радик парит. Нахрен радик. Слушай, мне некру уже надоел. Ультат. Когда если что. Просто тут новый кор пришел, блять, в роли меня. А убил их? Там просто дамаджа мало. Вернее, у меня. Как бы есть, но хотите, я рискую, блядь. У меня ульты нет? Некра нету. Ушел у вас. Он же без ультимейта, да? Да, без ульты, без косым. Давай боник есть? Вадя, меня не убьют. На пиздец там урона. Ну, под дэшку я пойду статью забирать. Блин, да, забери их, потому что у меня не получается так. Почему-то. Инше я не заберу сейчас. Снова его примагнитил обратно, блядь. А, некро после таверны. Хорош, чел, блядь. Мега хорош. А пошли дальше, ебать. Я пошел. Ак стоит, ебать. Понял, вот так я что-то ищу. Можно тавер захуярить? Спасибо. Ты видел, я там в оцепенении вообще стоял? Что за прикол, как я должен эти статьи забрать, блядь? Нахуй. Слишком легко, блядь. Вторая игра была, блядь, в разы сложнее. Угу. А мне кажется, мы просто все их сигналы поняли. Пойдем, Роша. Пойдем, Стас. Давай. Оставь вард, пожалуйста, в братски. Куда? Вот сюда поставь, вот сюда. О, стаки. Беги, блядь. Тут дохуя стаков. Давай рошу заберем и стаки. Бля, надо было. Стаки это не похуй, стаки это важно. Это фарм клинза. Если вы его забираете, вы выкидываете еще на минут 10. А он идет. Они идут сюда. Ну они за стаками идут. Не, они за Рошаном идут. Не, не смогут они за Рошана. Умирают. За Рошаном идут. Идут, да. Прям идут. Пизду сразу ставь в них. Давай, чайник, все, давай, в чайник, все, давай. Пиздатый чайник, отвечаю я. А хули Акс не уртанет, блять, в Урсу, он чуть долбоёб. Пойдем стаки заберем. Меня называла. Бандадёр. Нет, долбоёб в этой версии. Отходи, отходи, сейчас еще стак. Ну ладно, уже не стакнется. Ты хотел им уже стака, да? Так мы же тут. Хорош. Сейчас еще я прибегу. Я там. Слышь, ебать. Сына нахуй. Ребята. Вызывали мидера на час. Блядь, не попал клэпом, сука. Ладно. А кто? А где? Кого ебать? Ладно. Ну там. Ой, пацаны. Студент. Мясо для ебли, да? Студент приехал. Загулял. После пары. Или мы. Студент пятого курса загулял. Белка заряжает. Да-да. Будет наказан. Не будем. Блядь, мразь, блядь.
Сука, мразь, я не стану смотреть, как это. Что ты на меня клацаешь, я фармлю, да, отстань. Давай, пойдем. Да ты что фармить? Давай ебашишься, пойдем. ШД. Если есть лишние 5 копеек, помоги вардами и там дастик с собой носи. Хотя бы один дастик, потому что у меня денег вообще ноль, блядь. От души. Вариант нарквадрона, что ты, блядь, его тревожишь? Пусть фармим, блядь. Нахуй, да, блядь, нести надо тут и все, тут вообще. Ух, блядь, 20 тысяч очков сейчас дропнется. Даже БКБ делать не буду. Так делай, чё ты? Охренеть. Ой. Я ещё купил, блядь, Сашу Яшу, ебать ты демон. Блядь. О, дай. Забери. Кто купил Сашу Яшу? А, хорош. А нахуя? Тут, блядь, что тут столько, что за стаки? Реген. Давид, блядь, я пошел нахуй, разделился. Я вон поиграю на этом гармошке. 8 900 000, ёб твою мать. Блять. Ты че? Урона там у тебя обновился. Помочь. Скилл. Мочь не надо. Ну, да, давай. Реликвия. Бачу. Некр здесь. А он с радианцем, бля, пидорас. Прячь. Меня бы кто спрятал. Но он с косой еще, этот петух. Да я так и понял. Не видите их только ко мне, пожалуйста. Не обещаем. Лорд там, блядь, свычки раздаёт. На нахуй. Там стаки фармятся. Не, ну как... Книр им пизда просто. Как говорится, играем не на себя, а на команду, правильно? Угу. В натуре. Можно фармить Амбрес или... А лучше вот эту. А лучше вот эту, конечно, будет. Забирай. Снова, 3 раза всего лишь умер. Я столько вылезла, блядь, спейса даю. Не за мной бегает, блядь. ШД, там это как вы там, лошадка, киноптик освободились. Задумайся. А, ладно, украинская разведка. Блять. Пойдем с мака. И здесь завардим. Или я пойду наверх фармить. Ну ладно, я наверх. Хуя. Лиф, я нажал на крипов, чтобы отпушить линию. Ну, типа, нам все равно ломать сейчас еще ничего не будут, поэтому не жалко. А, охуеть, мне даже ульт не дали нажать какого-то хуя. Я даже не стану был. Сука. Я зачем-то тоже умер, как еблан. А че ты полез-то туда, я не понимаю. А че-то я, блядь, в себя поверил, да увидел огра, блядь, глаза загорелись. Надпись да, трахать перед не глазами. Карп ебаный его, блядь. Да тут он нахуй от парня ебать. Отжарил. Да подожди. У меня иллюзия, когда просто. Ладно, я побью. Меня не дает побить. А, мне еще дает побить. Я же им снесу, нет? Им вообще похуй же. Да, они на меду там развлекаются. А, блять, ну, как они вообще финал умудрились пройти? Все, я вышел, сделал что-то полезное и дальше фармить. Пойдемте их тройку завардим и снесем 2 выше. Help me. Oh, you from America? Yes, yes, bro. Nice cop. Блять. Ладно, я им снесу сейчас. Ай-яй-яй-яй. Ебать, мы закидывать любители, да, парни? Особенно Урса. На Урсе играешь прям, блядь, очень неаккуратно. Уже второй раз. Ладно, значит, надо ёбнуть рюмку за победу. Поехали. Я не знаю, я угорю. Ой, блядь, да.
Охуенно. Мега Сарк угорает, тьфу, Сарк. Саня угорает. Сидит, бухает весь БК. Да еще перед ним. А что там, помочь на топе вроде надо, да? Не был бы ТП в КД. Бля, реально, мы сейчас анусы расслабим со всяких... Я не потерял, что нам байс. Я знаю. Я пешком опять побежал до нее. У него нету второго, у него нету второго. У него никакого больше нет. Я, он все в меня дал. По моему гайду работает, если что, заметили? Я учил. Пока на базу бегу, посмотрю, что там на стриме происходит интересного. Украл мои деньги, блядь. Фу. Сам попросил. Аргумент. Базу бежишь, кстати. Слышишь, ты не на базу бежишь, ты в кресочке застрял. Заебало, блядь. Лагнуло. Я с БКБ, сейчас ульт будет, можно идти драться. А, давайте крип скипнем вот эту пачку, которая сейчас подойдет. Убейте сюда на меня. Огр. Ой, ебать. Меня нет, но я бегу. Я только огр признаю за фраг. Пам! Да, там так красиво. Вам вообще помощи надо было, мы бы всех убивали. Я задумка на будущее отстанцию. Этот под пуржом. А, моя задача выйти и сломать. Я умер. Опять Руса забайтил на хуйню, да ёб твою мать! На главном убил, мы отцом убивать огра. Тут не похуй на стене. Я только его за героя признанёс, и, блядь, нахуй красные, ебать, петушки. Петушки это, конечно, хорошо. Петушки я проезжаю по М7. Главное не стать петушком. Ща, аркварник выйдет. Или стать. Так против меня не хочется играть. Не знаю, нам просто бежать вместе и идти, все. Они сейчас, блядь, мы сдохли 5 раз, я не знаю. Нам просто собраться вместе и ебашить, я не знаю. Зачем фармим? Некро уже дохуя. Да ни хуйни, блядь, блин, блядь, радик нахуй. Он, блядь. Я туда сейчас прилечу. Ебать, не надо прилечь. Дефать так дефать, ёпта. Я огра заметил, пацаны, сори. Блять. Куда бил? Этот все за огром носится. Мужик сказал, мужик сделал это все. Типаем огра, блять, на счет 3. 1, 2, 3. Нет, нету. Нет, пошел ты, не буду я типать. Ты мне крипа не оставил. Да мне вон. Блин, ради вас стараюсь, вы же. Цените труд саппортов. Даша, я шнуку тебе говорю, ради вас стараюсь, ты че, блядь. Видишь, я даже стахнул. Да мне очень, очень все хорошо. Очень. Там рузик берешь? Еба. Арквардон, может ты возьмешь это говно? Да в домике отъебитесь. Ладно, возьму сам. А дай может шарт арку или у тебя, ну да. Зачем мне шарт, ему нужны. Полезная хуйня. Ой, блядь.
Это настоящее, это не настоящее. Он с шардом. Mm. А, все, понял. Я не думаю, что он шард купить смог. У них даже... С шардом. Белка. Давайте захватим, пожалуйста, захватите. Здесь вард поставим, и все, ребят. И все, и пиздец. Прям они увидели этот вард, если что. Они дауны. Он продолжает на нем стоять, понимаешь? Что заканчивать мне поиграть? Не, они даже не увидели, я вам так скажу. Я же тебе говорю. Они могли это увидеть еще, когда я вот сюда подходил сентри ставить. Они не знают, как против. Смоки прожали. Смоки. Интеллект. Настоящий. Раз дефьюзим. Бля. Давай. Ну да, Аркварден 3000 хп сейчас, да, ебало им сломает. Нахуй. Нормально, так урон, нормально зашло. Короче, на базу, кто со мной? Сюда, пойдем на базу. А. Пацаны, я походу отъехал. Вот тут свет. Медведя, блядь, спасать надо. Да ебать. Хотите, я сейчас отхилюсь и вернусь. Медведь успешно спасен. Я возвращаюсь. Вижу огра, убиваю. Бачил, да ебался до агра, отстань ты от него. Мое саппортское сердечко, блять, плачет. Кореш мой просто, я лаву люблю. Вот тут. Я его сказал, сделал. Блять, не я убил, да? Ну похуй. Он тагу хочу. Это чудо. У меня ФПС проседает из-за этого всего. А, он пошел на базу отдыхать. А, это так работает, нынче. Подходите кто-нибудь, пожалуйста, вышку. Или сделай иллюзию из меня, пожалуйста. Пацаны, меня тавр убивает. Заряжает патрон с мобильной. Что? У меня зайка на саппорте. Сейчас стреляю. Белочка ест орешки. Я тоже ем орешки, я белочка. Нет, у меня другая белочка, все верно. Так, пацаны, я побежал. Друга своего. Я опять под фонтаном. Мой второй друган бекается, не помните? Бля, чё? А там с базы вообще выйти реально, наверное, просто только варквардена, я думаю, нет? Он сейчас из... на базе. Если идет. Собираешь всех спарков на форстафе и ветра жмешь, то да. Вот это да. Ебать, побежал. Фука. Кого? Сука, выжил член. Член партии. Не, вы, конечно, интересны с вами. Там развлекаетесь, я пока ладно, сам смысл, не переживайте. Да, в натуре у тебя урон дохуя. Вот он наш фурион, вы все так его хотели. Ладно, я там увидел. Вот он ходит. Боника унизен, понятно, но... Лайк ставим, подписываемся. А где Огар? О, Огар. Лапсану. Блядь. Пиздец, варпарну, блин, интересно. 15 секунд. Удачи подъехать. Смогут ли они допушить этот... Удар, ударчик, ударчик. Save me, save me. Сейчас они еще и выиграют. Там у нас один таурчик остался.
Вот тут молодой интересный, смотри какой. Он без косы. Ну, ему коса, чтобы меня трахнуть, не нужна, вот так скажем. Да. Кстати, он тоже умер. А, это не следующий. Огар! Пам! О, сука. Видите, просто. Да, ребят, вот такие клевые, конечно, но прям хочу это. Закончить уже все. Да. Неинтересно мне. Блять, это как я в тот раз на Джеки. Он опять сидит, да. Бля, шиву сделать, наверное. Профитнее будет. Бля, а зачем? Ну просто смысла нет же дефа. Ну типа, я не понимаю, ты как или ого. Не, надо всегда играть до конца. Даже проебанную игру можно выиграть. Ну конечно. Пизда белки. Поймал белочку. Да не, он быстро бегает. Он что-то белочку умрёшь. Поймал. Вот это дэмэш. Вот это дэмэш. Крипов бьёт, смотри, где крипов бьёт. Стоит на похуй, просто крипов лупит. Да, умер. Так, после смока покупаю, иду убивать оптера. Чё ты тебе? На! Блядь, и этот убил. Это бы фармить пошёл. А, он меня телепорт везёт. Давай. Так, я смогу снести? Ты всё сможешь. Главное верить. Хочу догон купить по фану. Нет, я не смогу снести. Так. Так мы все не герои, блядь. Вот он, Огар! Вот он, Огар. Все, давайте закончим. Я пойду опять под фонтан фаниться. Сука, пизда-то форстафнулся в могилу, блядь. А меня зеро кинули, понял? Да-да, жми. Да. Тут белочка, тут. Что такое? Давай на базу сходим. Спасибо за игру, парни. Это что это? Это? То есть четвертый тир проебали, шестой забрали. Понял. Угу. Логично. На шестой играли. На шестой играли. Да, вторая игра была в разы тяжелее. Да. Не, ладно, вторая игра это не сейчас последняя была. Да, ебать. Ебаная бы так. Сейчас, погодите, а, вот. Папе чё врубаешь? Ну все, лайки друг другу все раскидываем, чё. У меня там ЛП Стас этот, снялось, нет? А, да, у тебя какого хрена с ЛП снялось? А, это всегда после того, как выигрываешь, ЛП снимается. Ну что, парни, до следующей субботы получается? Да, спасибо. Я не смогу, но... Да, спасибо. Я все. Смогу, спасибо. Думаю. Да, всем давайте удачи. Давайте отпразднуем это со всем друг другу. Удачи. Давайте.